Китае опубликовали доклад с критическим разбором решения международного арбитража по Южно-Китайскому морю. Документ подготовили Центр морского сотрудничества Хуа-Ян, Национальный институт исследований Южно-Китайского моря и Китайское общество международного права. Публикация приурочена к 8-й годовщине обращения Филиппин в Постоянную палату Третейского суда в Гааге по территориальному спору с Китаем. Авторы документа указывают на многочисленные нарушения во время рассмотрения вопроса и приходят к выводу, что решение в пользу Филиппин было вынесено ошибочно и незаконно. По мнению авторов, суд грубо нарушил Конвенцию ООН по морскому праву и общие принципы международного права. Напомню, Филиппины подали на Китай жалобу в Постоянную палату Третейского суда в Гааге в 2013-м, утверждая, что территориальные притязания КНР в Южно-Китайском море нарушают Конвенцию ООН по морскому праву. В 2019 году международный арбитраж вынес решение в пользу Филиппин. Китай заявил, что это решение не признает.